20 января 2024 год. Афоризм дня на сегодня будет такой. В стране растет количество церквей, чтобы народу было где дышать на ладан. Написал этот афоризм 22 августа 2011 года. Про церкви самое время вспоминать под Рабудина. Где сейчас? Да, погода. Ну чем тебе? Ребята бежали. Это российские блиндажи. Роняя кал.